она где чипсы? Чипсы. Так, чипсы, чипсы, чипсы. А, чипсы! Они же вон в том стеклянном шкафу, вон там. Да-да-да. Что это было, Макс? Я не знаю. Покажи сюда. Это что? Я выиграла 5 лайков. Ой, сколько? Мама, сейчас там ничего нету? Нет, только чипсы лежат. Чипсы доставишь? Yeah. Все. Иди, Максим, переодевайся. Как вы уже догадались, сделать такой розыгрыш очень просто. Для этого нам понадобится стакан с водой, нитка, ножницы и скотч. Сначала ставим стакан с водой вон в тот шкафчик. Ставим повыше. Теперь наша задача закрепить к этому стаканчику нитку. С одной стороны нитка будет прикреплена на скотч к стакану, с другой стороны к дверце шкафа. При этом нитка должна быть короче, чем расстояние между полкой и дверцей в открытом виде.